Hello and welcome to lesson 24. Всем привет и добро пожаловать на очередной урок по практической грамматике, в котором мы с вами будем тренироваться в использовании такой структуры, как would you like, что означает не хотели бы вы или не хочешь ли ты, не желаешь ли ты. Ну, поскольку тема не самая сложная, то и урок, тренировочный наш урок, будет достаточно коротким. Предлагаю вам сделать перевод 10 предложений. Переводите их письменно и оставляйте свои ответы в комментариях под видео. Translate these ones, да, что я имею в виду? Переведите, пожалуйста, эти предложения. Давайте я их озвучу на всякий случай. Первое. Не хочешь ли ты мне помочь? Угу. Второе. Не желаешь ли попить со мной чай? Третье. Какие другие языки вы хотели бы знать? Четвертое. Не желаете ли сесть? Пятое. Не хотели бы вы остаться с нами? Шестое. Хочешь немного сока? Седьмое. Вот щенки. Какого вы бы хотели? Номер 8. Я бы хотел еще немного супа, пожалуйста. Девятое. Я бы не хотел читать никакие его книги. И десятое. Вам нравится эта машина? Не желаете ли ее взять? Да, я бы хотел. И на всякий случай я предлагаю вашему вниманию перевод этих предложений, потому что, ну, наверняка вам захочется посмотреть, правильно ли вы сделали или неправильно. Итак, перед вами все 10 предложений, переведенные на английский язык. Я их, конечно же, озвучу. Первое. Would you like to help me? Не желаешь ли ты мне помочь? Number two. Would you like to have some tea with me? Не хотел бы ли ты со мной выпить чая? Чаю. Третье. What other languages would you like to know? Какие другие языки ты бы хотел знать? Number four. Would you like to sit down? Не желаете ли присесть? Number five. Would you like to stay with us? Не желаете ли остаться с нами? Number six. Would you like some juice? Не желаешь ли ты или вы немного сока? Number seven. Here are the puppies. Which one would you like? Вот щенки, какого щенка вы бы хотели? Number eight. I'd like to have some more soup, please. Я бы хотел еще немного супа, пожалуйста. Number nine. I wouldn't like to read any of his books. Я бы не хотел читать никакие его книги. Number ten. Do you like this car? Would you like to take it? Yes, I'd like to. Тебе нравится эта машина? Хотел бы ее приобрести, взять, то есть, да? Да, хотел бы. И то, что в рамочке написано «Here are the keys». Да-да-да, это ключи, это ответы к предыдущему заданию. Переходим к вашему домашнему заданию. А вот и ваше домашнее задание, то есть «Home Task». Кстати, большое спасибо за внимание. Thank you for your attention. Давайте посмотрим, что вам нужно будет сделать самостоятельно. Ну, как всегда, make up your own sentences. Ну, что значит сделайте, составьте свои собственные предложения. В рамочке написано, в принципе, задание, но я его озвучу на всякий случай. Задайте мне 5 вопросов в комментариях. Комментарии под видео не забывайте. В вашем вопросе должна быть структура would you like. Буду рад ответить каждому, да, и поправлю, если будут какие-то ошибки, если будут какие-то замечания. Все напишу, объясню. Кроме того, обязательно подписывайтесь на канал, вот прямо на экране, подпишитесь на канал, нажимаете туда, и вы подписчик или подписчица. Жмите на большой палец вверх под видео, значит, что видео вам понравилось. Таким образом, вы говорите спасибо мне. Мне будет приятно. А если видео не понравилось, ну ладно, скажите, что оно вам не понравилось, и нажмите на большой палец вниз, это называется dislike. Ну и объясните, почему видео вам не понравилось, чтобы я на будущее имел в виду и не допускал больше подобных ошибок. Все, большое спасибо за внимание еще раз. Thank you very much, and I hope to see you very soon in my next video lessons. Пока-пока.